Все, Камиль, убирай. Выключайся, чудовище. Всем привет! Всем привет, друзья! С Новым годом! Мы уже распаковали подарки Камильчика. Да, кто еще не видел, можете перейти по ссылочке посмотреть. Вот, у него тоже такая же гора была подарков. Вот, а сейчас очередь дошла до нашей маленькой Аминки. И мы распакуем сейчас вместе с Камильчиком, будем помогать ей распаковывать ее подарки. Первый ее новогодний подарок — это тролль, да? Такой лохматенький, да? Троллик веселый, держись. Еще у него была комплектирующая и были очки. Вот, ты, наверное, имеешь в виду вот это. Да. Держи. Это, секунду. Вот, Камиль тоже как тролль. Ну что, приступаем к распаковке подарков. Давайте, выбирайте. Ты тоже тролль. Аминочка, смотри, сколько тебя подарков за спиной ждет. Скорее открывай. Амин, я уже буду готовить. Открывай. Так, братик тебе будет помогать. И это у вас мороженое. Первый. Ой, то есть тепло иду. Кинетический песок. С формочками, да? Смотри, с формочками, чтобы делать мороженое. Инка, будешь делать папе мороженое? Да. Обожаю мороженое. Давай покажем, что здесь. Кинетический песок, смотрите, с формочками из серии мороженого. То есть можно будет делать разные вкусности. Разные. Ты тоже обвозуешь мороженое? Да. Тогда мы будем с тобой вместе лопать мороженое. Ну, да. Понарошку. Так, держи. Мы его потом откроем и будем делать. Аминка, смотри, вот. Давай. Откладывай в сторону свой кинетический песок. Открывай. Так, у нас тут уже открывается. Аминка, смотри, вот тут вот. Рвите коробочку. Ну, то есть, саму упаковку. Ух ты! Ты расскажи, скажи, что ты хотела, что это? Пони-малыш. Пони-малыш, ой. Я захотела. Аминка его очень хотела, она его очень просила. Обними меня. Я или он? Я умею ходить, обними меня за ручки. Он разговаривает, давай посмотрим, что внутри, что в комплекте. Давай, я пока не буду. Он ходит, пони-малыш. Ну-ка. Подводник. Давай, смотри, я его открыл. И посмотрим, что спасибо. Здесь. У него есть сосочка. Сосечка. У него есть тарелочка в виде звездочки. Папа, мы тебя пони откроем. Давай пони откроем, давай. Ты его очень ждала. Мы сейчас его непременно откроем. Твоего пони-малыша. На, вставляй сосочку. Не-не-не, она не открывается. По-моему, вот так вот. Вставляй. Куда надо вставить? Вот сюда, в ротик? Вставляй. Так, все. Вот, ну-ка. Ой. Ой. Чмокает. Ай, видать, сося вкусная. У него есть, смотри, бутылочка. Что ой, еще я есть? Хочу покормить. Покормить? Давай тогда возьмем ножнички. И откроем его. Достанем из коробочки. Надела это. Давай. Люблю. Что он говорит? Люблю. Он тебя любит. Ты будешь теперь его мамочкой. Будешь теперь его воспитывать. Она да. Сейчас, я сейчас снизу его открою. Только попробуй меня открыть. Держи. Давай соску достанем. Он ходит. Давай ножки выпрямим. Ты говорила, что он ходит. Давай посмотрим. Ой, он падает, он еще маленький, его надо придерживать. Придерживай. Мамочка, я тебя люблю. Ой, он тебя мамочкой назвал. То есть все, ты теперь мамочка. А тебе свой малыш. Ну-ка, что он еще может делать? Мамочка, ты моя лучшая подружка. А где Сося? Вот, смотри, Сося, вот бутылочка. И вот эта бутылочка. И он играться хочет, он и маленький. Вот, смотри, будешь ему нямку давать. Наложишь сюда кашку потом, и будешь кормить его кашкой.
Ты что? Она тебе своего малыша даже подержать не даст. Она его так хотела, она его бредила этим малышом. Все, Аминочка. Давай. Малыша пока отложим, пускай отдохнет, поспит, а мы распакуем все остальные. Как, ты не хочешь распаковать все свои остальные подарки? Я хочу. Ну давай, отложи своего малыша. Положи вон туда, рядом с телевизором, неси. Давай, все, вот смотри, тарелочка тоже, все здесь. Все. Это смотри, какой-то у нас тут дядька лежит. Эй, дядька, подъем. Мы подарки распаковываем. Так, до свидания. Уходи. До свидания. Давай, Аминка. Такой хороший. Хорошенький. Лохматенький. Следующий подарок. Так, что это? Конфета? Огромная конфета? Да как ты ее будешь есть? Она же большущая. Я потихонечку. Потихонечку. Открывай. Кто это? Свинка Пеппа! Открой сейчас! Ну-ка! У нее щечки горят! Это будет... Ты можешь их подружить со своим этим... Понималых! Понималых? Нажимай на ушко, еще что-то. Она двигается. Да. Поет, двигается, хрюкает. Ну-ка, похрюкай. Еще. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Аминка, смотри, что выбрала, Камось. Давай, помогай. На раз, два, три. Раз, два, три. И пойду. Побери. Побери. Ой, тихо, тихо, тихо. Сейчас будем открывать. Давай, хорошо, мы сейчас откроем. Давай сначала посмотрим, что это. Что это? Это огромная коробка Play-Doh. Это самая большая коробка из тех, которые я пока на данный момент видел. Я не знаю, может еще есть и еще больше, но это пока самая большая, то, что я видел. Смотри, это целый парк. Это просто, смотри, тут машина, девочка, мальчик. Смотри, тут станция технического обслуживания. Какой-то сквер, птички. Смотри, арка огромная, сад, кошечка. Аминочка, смотри, если мы сейчас это откроем, это очень надолго. Тут столько фантазии можно проявлять. Поэтому мы сейчас это отложим в стороночку, а потом мы это откроем и сделаем красивый-красивый обзор. Посмотри, тут очень много всего. У нас очень много времени уйдет. Мы не успеем ребятам показать все твои игрушки новые. Ой, тяжелая. Тяжелая? Давай я вот тут все уберу. Давай, клади сюда. Аминочка! Смотри, братик тебе подкатил еще коробку. Это же красный. Это красный цвет. Открывай. О, что это такое? Я не могу поверить своим глазам. Утюг. Что это? Утюг. Это утюг. Это стиральная машинка. И это гладильная доска. И теперь наконец-то твои куколки будут ходить в чистых платьишках, потому что ты будешь стирать им, гладить. И твои все куколки будут чистенькие. Класс! Ты все платьишки будешь собирать вот сюда. Вот она открывается, видишь? Вот, и будешь класть вот сюда. Вот, смотри, Аминка. Вот, в стиральную машинку. Еще здесь есть, смотри, утюжок. Ой, смотри, утюжок тоже пар издает. Прям как у мамы. Что там? А это гладильная доска, ты будешь на ней гладить. Хочешь, откроем? Да. Ну-ка. Открывай. Посыпалась. Держи, Аминка. Вот, держи, твоя стиральная машинка. Давай ставим ножки в гладильной доске. Аккуратно. Она что, и правда стирает?
Да? Давай посмотрим, сколько здесь режимов. Водичка! Вот льется, льется, смотри. Водичка. Автоматический режим. Налить водичку. А это у нас получается стирка и сушка. Сушка. Режим сушка, это он очень быстро крутит барабан. Видишь? О, смотри, разогнался, смотри. Вот, все, это идет. Отпускаю. Круто! Ладно, смотри, это вешалочка для платьишек, держи. Это у нас получается... Так, мам, что это такое? Я прищепки. Забыл. Прищепки. Смотри, прищепочки, это чтобы вешать мокрую одежду, чтобы она высыхала на веревке. А здесь будешь гладить платьишко. Это после того, как ты постираешь. Смотри, постирала, открыла, достала платьишко, положила сюда и начинаешь гладить. Хорошо? И поехали! О! С музыкой, чтобы было весело! Не весело! Да, ты можешь танцевать и гладить. Давай! А это что? А сюда будешь класть утюжок. Вот так. Оп! Все. Что, открываем следующую коробку? Да. Да, что ты думаешь, там может быть внутри? Пупсик. Ты думаешь, пупсик? А вдруг не пупсик? А вдруг шмупсик? Открывай. Чудо! Давай это пуп! Сейчас! Смотрите, это Бэби Борн! Сейчас! Это Бэби Борн! Смотри, давай покажем ребятам! Подожди, подожди, подожди. Он еще умеет писать и какать! Он умеет писать, какать! У него тоже есть в комплекте ложечка, тарелочка, вот эта вот водичка, да? Подгузник. Что у него еще? Корма горшок. Нету. Горшочек и... Корм? Корм должен быть. Это для того, чтобы сосочку взять. А, сосочка есть. Это сосочка даже. Мама, есть. Смотри, он новорожденный, он только родился, да. Получается, да? У нас водичка туда. А фишка в чем, самое главное? Что у нас такой же Бэби Бёрдник был, да? Да. Давай покажем, что ты с ним сделала. Вот, это наш Бэби Бёрдник. Он уже все, у него уже черепушка здесь раскрыта. Можно посмотреть на его мозги. Он срочно требовал себе замену. Потому что, ну, это уже все. Аминка изрисовала тут его всего. Вот, ну, и самая главная травма, это вот травма вот этой вот черепушки. Покажите мозги. Вот, смотри, мозги. Я надеюсь, со следующим Бэби-Бёрдником такое не произойдет. Да? Он не превратится я вот не в такой? Я не буду его кидать. Ты не будешь больше его кидать? Да. А вот это где он? Вот он. Эй, дружище, ты похож на меня, только у тебя нет трещины на голове. Ты хочешь себе такую же? Нет, не хочет. Ну тогда я пошел отсюда. Желаю тебе удачи. Мам, у нас смотри. Тут целый музыкальный оркестр получается. Мам, смотри, пап. А. Смотри, тут что еще открывает? А, это смотри, да. Порошок. Смотри, покажи еще, смотри, сюда можно порошочек еще засыпать. Глоточек для порошочка. Прикинь, вот сюда порошочек можно. Аминка, смотри, сюда порошок можно засыпать. А где порошок? Ну это будет понарошку. Смотри, не вздумай настоящий порошок ты закинуть. А, ну это мой. Все, держи, смотри. Я его освободил. Иди, малыш. Где соска? Соска вот. Как она цепляется? Да, с другой стороной. А? Другой, вот этой стороной туда. Вот так вот, на звездочку. Да. А, все, держи. Смотри, какой я. Соска готова. Смотри, какой я сам. Ой, комичек сел на горшочек, смотри, от Бэби Бёрдника. Выбирай, какой он? Вот эту маленькую коробочку? Давай, помогай, братик, вместе открывайте. То есть, братик, помогай, Минке. Я маленькую. И это кошка Зумер. Кто это? Кошка Зумер. Кошка Зумер. Мяу-мяу, мур-мур. Как его зовут? Давай почитаем, посмотрим. Кто это? Мика. Миузиус какой-то. Миузиус. Миузис. Миузис. А, нет, Лаки. Его зовут Лаки. Кошка Лаки. Котенка зовут. Тетяш. Давай, тетяш. Я ножнички потерял сейчас. Открываем его, тетяш. Тут скотч.
Да, я думаю, этот зумер подружится с нашим динозавриком. Подружится? Да. Нет, не подружится. Не подружится? Он его съест. Динозаврик? Да. Не, не надо, чтобы кто-то кого-то съел. Пускай они дружат. Все, Аминка, держи, смотри. Ой. Давай сейчас ставим батарею. Такой малюсенький. Такой малюсенький. Честно говоря, он больше, да, знаешь, на кого похож? С таким хвостиком. Помнишь эти Чип и Дейл? Да, на бурундучка. Смотри, у них тоже такой хвостик был. Классный. Такой весь, да, этот, как молния. Смотри, у него нарисованы здесь маленькие такие молнии. Крутой. Давай сейчас ставим батареечки и посмотрим, да? Я буду держать. Давай. Я буду держать. Хорошо. Мама. Подожди, не пугай Аминку, она боится, что динозавра. Кэлли, убери своего чудовища отсюда. Почему? Аминка боится его. Камень. Все, все, камень, убирай, 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 убирай. Выключай свое чудовище. Ты что, не знаешь, у нас девочка-трусишка? Сейчас мы покажем этому динозавру. Аминка, смотри, мы сейчас активируем своего монстра и убьем динозаврика, да? Да, сейчас мы устроим битву. Кошка против динозавра. Не бойся, Аминка. Тебе пришел твой помощник на помощь. Кошка. Понедашка. Ну-ка, подожди, 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 подожди. Ой, тихо, выключи. Ну-ка. Ой, смотри, Аминка, на глаза смотри. Его как-то гладишь. Вот, смотри, сенсоры. Здесь, по-моему, сенсоры должны быть. Как-то вот так вот гладишь, по-моему, и он издает. Ой, не носик нажимается. Мяу-мяу. Ой, носик тоже нажимается? Да. Ну-ка, Аминка, нажми на носик. Зуб. А усы какие, да? Кошка, сидеть. А усы какие? Смотри, усики-то какие. Кошка, сидеть. Как у настоящего кошака, смотри. Сидеть. Оп. Опа. Смотри, здесь у нее ножки сделаны в виде шариков. Это для того, чтобы она, смотри, передвигалась так. Смотри. Сейчас. Кошка, сидеть! Смотри, оп, ножки ровненько ставишь и. Поехали! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Зиндин, что ли? Ой, да, это Зиндин! Кто это, Аминка? Смотри, это фея Зиндин? Да? Сейчас. Смотри, ты. Но это твоя мечта, ты же все время мечтала, чтобы у тебя была куколка и много-много-много аксессуаров. Смотри, сколько здесь платьишек, смотри, сколько здесь туфелек, смотри, сколько здесь сумочек. Каждый раз, когда ты будешь одевать новое платьишко, ты должна к этим платьишкам ты должна будешь, смотри, одеть новые туфельки и подобрать новую сумочку. Здесь 20 аксессуаров, смотри, вон, видишь, стильных аксессуаров. И твоя фея Дзинь-Дзинь будет просто безупречна. Ну, да, посмотрим, что здесь. Здесь вон просто вон нарисована гардеробная вся. У меня еще подружка есть, получается. Так это и есть Дзинь-Дзинь, а это как-то ее по-другому зовут. А, вот это Дзинь-Дзинь или вот это Дзинь-Дзинь? Зелененькая Дзинь-Дзинь. Зеленая Дзинь-Дзинь, а это подружка. Да. А ну-ка. Нет. Да, да. Вот, смотри, белые волосы и белые волосы. Ну вот она. Значит, другая. Это получается у нас не Динь-Динь, а подружка Динь-Динь. Да. У нас Динь-Динь есть, у нас уже было. Это у нас Динь-Динь такая есть, а это подружка Динь-Динь. Да. Мы ее найдем. Там игрушка. Следующий подарок. Открываем. Неси. Коробочку. Что у нас там? Ну ты не мне неси, ты с братиком открывай. Давай. Давай. На братик не доверяй. Что ты там видишь? Камилю, наверное, больше интереснее открывать ее подарки, чем. Что это, Аминка? Барби. Это Барби. А Барби это непростая. Смотри. Так, что у нас здесь? Здесь, смотри. Какая-то подставочка, смотри. Вот тоже на нее. Стиралька. Нет. Смотри, это Барби. А здесь подставка. Мы платьишко положим на эту подставку, закроем крышечкой, смотри, как здесь нарисовано, и будем добавлять краски. И наши платьишко, смотри, будут разноцветные, получатся вот такие. Видишь? Сначала платьишко кладешь обычное, видишь, простое, розовое. А вылазит оно вот такое, разукрашенное, краской в кубики будем разукрашивать. Смотри, ну-ка, вот. Сейчас не надо. Смотри, платьишко положим вот сюда, зальем краску,
нажимаешь педальку, и платье начинает внутри крутиться. Краску наливаешь, и получается вот такое платье красивое, смотри. Одна последняя коробка. Последняя коробка. Последняя коробка. Давай, Миночка, открывай последнюю коробку. Как ты здесь открываешь? Не подскажете, Миночка? Не подскажете. Ну, что там? Лего Фрэнс. Ну, Дед Мороз, ну что ты такое вытворяешь непонятное? У нас уже был Лего Фрэнс. И еще Лего Фрэнс. Дед Мороз, ну что такое? Ничего. Ничего не хорошо. Будет два. Будет два у нас Лего Фрэнса. Давай посмотрим, смотри, что за Лего Фрэнс. Какая да, серия? Смотри. Смотри. Лего Фрэнс. Здесь нарисован домик. В этом домике две девочки и один мальчик. Смотри, с фотоаппаратом. А девочка у нас будет рисовать. Это девочка-художник. И смотри, ее зовут Эмма. Есть еще Шарлотта и есть Льюис. Я, наверное, надеюсь, правильно я его называю. Льюис, вот он с фотоаппаратом. Домик, смотри, какой огромный. Он двухэтажный. Здесь 4 комнаты. Класс. Здесь цветочки. Смотри, балкон. Но это настоящий летний красивый коттеджный домик, да? Даже озеро, смотри, есть вон на заднем плане. Круто, красиво. Птичка есть у них, смотри даже, смотри, вот видишь? Маленький соловей. Ой. Поющий. Это птичка соловей. Это птичка солнышко, сонная воровушка. Ну что, ребята, все наши подарки распакованы? Да. Вы получили все, что вы хотели? Да. Все? Да. Давай, Аминке теперь спросим, что у нее самое любимое, все, что больше всего, чего она ожидала от Деда Мороза, хотела? Кто это? Понималовка. Понималовка. И все остальное. Такой. И это, как его там? Я почему-то все время хочу назвать его Смурфиком. Это тролль. Да, тролль. Троллик. Тролль-муч. Тролль-муч? Да. А ты, Каменчик, больше всего что ждал от Деда Мороза? Телефон. Ну и все остальное тоже очень классное. Еще мне нравится вот такая Барби. Мне больше нравится вот это. Я его не говорю. И вот такая Барби мне. Вот такая Барби тебе нравится. И вот такое. Все классно. Все. Ну что, а тогда... Мне понравилось еще, знаете что? Что? Мне понравилось вот это, и вот это вот. А вот это вот. А мне вот это тоже. В общем, тебе понравилось все, одним словом. И мне. И тебе. Всех с Новым годом. С Новым годом. С новым счастьем. С новым счастьем. Чтобы Новый год принес всем много улыбок, да? Да. Чтобы все были счастливы. И всех вокруг окружало только одно. Добро! Ро! Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нас ждет очень много всего распаковок, очень много интересных обзоров. Да. Да. Так что до новых встреч. Всем пока. Пока-пока! Пишите, кстати, в комментариях, что вам больше всего понравилось из этих игрушек.